Послание для вас от хранителя рода. Будь мудрее, займись собой, займись своим саморазвитием, личностным ростом. Возможно, для кого-то это прямой совет поехать в паломническую поездку, побыть где-то в одиночестве, поразмыслить над своей жизнью, выйти уже из какой-то запущенной, зависшей ситуации, которая вас тяготит, порвать с ней, наконец. Для мужчин обратите внимание на свою маму, либо же значимую женщину для вас, которая чувствует себя запущенной. Для женщин здесь прямой совет: будь императрицей, будь величественной, мудрой.